Друзья, всем привет. Что? А? Что? Гулять хотим, да? Ух ты, моя собака. Пойдем. Пойдем гулять. Ох и гулять. Да. Все услышали, что ты идешь гулять, да. Молодец. Пожалуйста. Так, надо все обнюхать. Естественно, вновь пометить. А то вдруг куда-то делась. Маша. Маняня. Ой-ой-ой, что она делает? Там, а ну пойду посмотрю. А, понятненько. Мышу. Вот это поймала мышу. И с ней кувыркается. Маша. Молодец. Так, тут у нас в чистотеле Сэм. Сэмик, привет. Привет. Кот. Как тебе спалось на улице? Нормально. Ох, ох. Ох и кот. Ох и кот. Вот тут хрюкает и все равно кусает. Ну, правильно. Подмышку надо вымыть. А лапки такие, будь здоров. Купаемся с утра. Ты, кисюня. Ага. Тут у нас курасанчик пришел, нарисовался. Рудик. Привет, кот. Привет. А Маша упражняется с мышей. Игрушка новая. Да. Пошли гулять. Сейчас где-то 8:30 утра. На улице солнечно, но еще прохладненько немножко. Сегодня ночью что-то было громко. Около 3:00. Несмотря на вчерашний, немножко так сказать, фуршет, я проснулся. Ну, пока мисс почитал. Тишина пока мисс. Ну, не знаю, где, что, как. Ну, самое главное, чтобы люди не пострадали. Это самое главное. А так вообще ветра нету. Тихо, слава богу. Коты где-то подстали сзади. Вон Сэмик идет такой, клышаногий. Гляди, как у него задние лапы забрасываются. Привет, кот. Идешь? А ну да. Идет. Лапки задние кривенькие такие. Опа, ходун у кота. Не спеша, никуда. А солнце шпарит. Сегодня, наверное, будет жарко. Я имею в виду по погоде. Вообще, тишина такая, аж на уши давит. Это хорошо. Мне это очень... очень радует. Но ночью что-то было. Попозже потом. Я думаю, из официальных источников станет известно. Что такое? О, барвинок, наверное. По-моему, это барвинок. Барвинок в яйце. Утки живут своей жизнью. Размеренно плавают. О, какая красота. Если бы не утки, водная гладь была бы как зеркало. Небольшая такая облачность, но она, я так думаю, уходит.
потому что по прогнозу будет тепло. 25-26 в тени. Ох, и вода чистая. Видите, дно видно. Ну вот то, что я говорил, какая здесь глубина. Где-то сантиметров 40. Кто-то говорил, поставь резинку. Была здесь и резинка, и не одна. Вот там дальше, там трава. Ее не видно. Она на дне. И она начинает расти. Естественно, это все потом вытаскиваешь эту резинку. Там такие клочья этой травы. Ну, не вижу смысла опять ее ставить. И такая же глубина. Ну вот примерно посередине вот там. А где-то около метра глубина. Не больше. Ну тут очень мелко. Вот сколько уточек. Приблизим немножко. Очень много полезных элементов в этом роголистнике. Сегодня, если будет время и желание, опять нырнем в воду. Нырнем в воду по моей вот этой экшн-камерой. Посмотрим, как она. Вообще утро шикарное. Лебедь с той стороны. Вон там какой-то помост. И он там возле помоста плавает. Один, второй не знаю где. Сэмик. А Сэмик тут дежурит. Он же ж крысолов. Так, вот эти палочки. Одну, вот эту. Это не знаю, вроде как не принялось. А вторую вот я воткнул. Это у нас мусор. А вторая принялась, видите? Верба. Просто воткнул. И прикопал. В понедельник или во вторник поедем в парк у наш садить вербу. Она уже в горшочках. Рассада, так сказать, вербная. Кисюня, что, не нашел крысу? А? Ну, фиш. Залез сегодня, лащится. Маня тоже нога вспала всю ночь. И вместе с рыжим. Пойдем посмотрим, где они. Я не заметил, как рыжий подскочил. Кисюня, приветики. Их ты. Я теперь машину проверяю вечером, как заезжаю. Чтобы рыжего там не было. А тут такой парень. Они же бесшумно ходят. И, естественно, бесшумно и залазят. Классно птичка поет. Ой, я тут жил на берегу. Пошли, Кисюня, домой. Что-то водичкой еще попьешь. Иди сюда. Иди сюда. Мой круассанчик. Ладно, друзья мои, пойдем в дом. Попьем чайку. Тепленького. У вас рыжий хвост вне конкуренции. И будем что-то делать. А куда это так? Что-то там в траве лазит. И Сэма так заинтересовало это сильно. Ладненько, друзья. Всем хорошего дня. Всем мира, добра. Всем огромнейшее спасибо за поздравления. Очень тронут. Это от души. Остаемся на связи. Всем пока.